Добрый день, вас приветствует DSSL News, и мы находимся на стенде компании «Аквилон». Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, расскажите, чем занимается ваша компания. Здравствуйте, Сергей Лосев, генеральный директор компании «Аквилон Санкт-Петербург». Мы являемся представительством московской компании «Аквилон А» и занимаемся продажей оборудования для видеонаблюдения фирмы «Новико» и «Санью». Отлично. А что именно за оборудование вы представляете? Это видеокамеры, IP-видеокамеры, видеокамеры высокого разрешения, видеорегистраторы, мониторы. В общем-то, это вся линейка. А какое оборудование сейчас наиболее востребовано вот в Петербурге среди представляемых вами моделей? Ну, в основном, какие категории? Это в основном видеорегистраторы фирмы «Новико», новая линейка, и видеокамеры тоже фирмы «Новико». Это основное оборудование, которое мы сейчас продаем. Спасибо большое. С вами были DSSL News. До новых встреч.